Ну что, мы прокачали ботиночки, но нужно еще один раз прокачать, и будет быстрее. Да, двигаемся намного быстрее стало, да, смотри, как он летает, офигеть, вот эта скорость, ребята. Я боялся, думал, вообще не пройти этот уровень, а оказывается, после прокачки башмачков, прям он очень так серьезно путешествует, чувак этот. Дошли мы до сюда легко очень. А раньше мы до сюда даже и не доходили. Так. О, видишь, сзади эта пшикалка прибежала. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Так, а ну идите нафиг сюда. О, давай, не спускайся. Так, энергии еще у нас много. Но прокачивать надо все равно персонажика. Ой-ой-ой-ой-ой, давай. Нифига, тут сколько птиц, алло! Но зато мы денег заработаем даже. Ага. Так, вот, дошли мы до крепости. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тихо-тихо. Птички. Блин, а если я пройду полностью? Я не знаю, конечно. Ну, постараюсь, конечно. Пройти до конца. Если получится, то мы с вами, ребятки, эту игрушечку пройдем уже полностью. О, чуть-чуть осталось, не знаю, хватит энергии или нет. Тихо-тихо, а что ты его назад стало колбасить? Ой, немножко, совсем немножко осталось там пройти. 479 долларов. Давайте возьмем вот эту штуку. Чическая атака. А, не хватает на чическую атаку. Почему? Ай, давай вот эту купим. Броню. Да, купили броню. Почему-то я так и думал, что я эту броню и куплю. Может быть, даже мы пройдем. Если я буду рывками так вот бежать. Ой-ой-ой. Сильно не это самое. Чуть-чуть. Чуть-чуть, понемножку. Так, сколько там у нас? Сейчас посмотрим, дойдем до середины. Если до середины мы дойдем, и у нас будет еще половина энергии, то большая вероятность, что мы пройдем игру. Вот здесь их много очень. Вот этих вот птичек. Так, а ну-ка, тихо. А, я так шел быстро. Так, что-то я упал-то. Так, а ты что, читер? Что-то с тобой странно происходит, нет? Давай. Да, смотри, ребята, мы прошли, считай, половину пути. Еще пока энергии есть. Ох-ох-ох-ох, сколько вас тут. Так, а ну-ка. О, мы пройдем, скорее всего, ребята. Мы пройдем сегодня игру. Да, играли мы ее очень много. Видео вы можете смотреть на канале у меня, на плейлистах. Так, вот, прошли мы, значит, замок вот этот, да? Так, и, в принципе, уже скоро до домика дойдем. И энергии у нас еще до сих пор очень много. Так, давай, читер. Осталось совсем немножко. Ой, хорошо. Сейчас уже, ребятушки, дойдем. Опля! А вот и все, практически мы дошли. Посмотрим его домик. Читера. В каком домике он живет? Все? Он просто улетает. Портал. Появляется здесь. А здесь что? О! Нубик пришел. Привет! И что дальше? А, он его убивает? Нубика? А, против читера. А, вот, все, теперь мы стрелять должны, да, в него? Нифига, какая скорость бешеная у меня у нубика. Так, ладно. А, можно еще прыгать-то, ё-моё, да? Прыгать можно или нет? А, вот это прыгать. Ладно, все, нашел. Нашел я, чем прыгать. Давайте его убьем. Читера этого.
Так, это тоже стреляет, да, читер? Гад. Ну, о, ну скоро 50% добьем его, 50%. Будет хорошо. Ой-ой-ой, отлетел. Отлетел наш нубик. Давай, нубик. Стреляй в этого читера. Так, какое-то подземелье, смотри. Фига, тут еще и карта интересная. Давай, 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 добьем вот этого читера. Хорошо, нубик. Давай, давай, стреляй, стреляй. Так, а что ты у нас? Попадаешь в него, нет? Вроде бы попадает. Но не всегда. Ну да, шкала здоровья уменьшается у читера. Это очень хорошо. Ну и кто из нас читер, а? Я или ты? Скажи. Фига, какая скорость бешеная, представляешь? Офигеть. Так, мне главное надо перепрыгивать, когда он стреляет. А, попал в меня, гад. Так, все, перепрыгнул. Опа, хорошо, хорошо. Прям... Ой, убил, ё-моё. Так, ладно. Ничего страшного, сейчас мы его дофигачим. О, нормально, все нормально. Так, попадаем, попадаем. Как-то стрелы, знаешь, не всегда попадают в него. Давай, 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 давай. Ну ладно, давайте тогда закончим серию. А добивать будем читера уже в следующей серии. Ну что ж, у нас 31 победа. Давайте посмотрим. А, папа Саша какой-то на 31-м. Угу. Так, ну нет, надо играть. Это очень-очень-очень-очень хочется выиграть какие-нибудь подарки. Макс. Давай, Макс. И я с тобой сражусь. Меня тоже, кстати, зовут Макс. А, где же встать? Вот здесь нормально, я думаю. Надеюсь, хорошее место мы выбрали. О! Нормально, сейчас мы его будем прожаривать. Опа, 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 опа. Кто кого, кто кого, кто кого. На, давай, еще немножко осталось. Есть, победа. 32. 223 место. Ага, мне нужно в сотню. Ага. Соточку. Ладно, давайте еще играем дальше. Я все время смотрю, на ком же я месте. А лавка. А лавка так, а лавка. О, нет, а лавка. Это же, блин, Катюша опять-таки. Да шо ж вы все Катюши-то выбираете-то? Алло. Шо ж вы все выбираете эти Катюши? Вас же тяжело уничтожать. Не, смотри, он там встал и стоит. Ага. Так, а я помню, как Катюш убивать. Нужно ехать прям на пролом к нему. Все уничтожили. Да, Катюш так и надо уничтожать. На пролом идти на них. Так, дальше арахнит. Ну, арахнит, в принципе, несложно. Надеюсь. Так, вот здесь встанем. Вот, и давай мы его здесь прожаривать. Ой-о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 й
поджарим. Есть, готов. Арахнит уничтожен. Давайте в гонке в лесу попробуем. Так, 60 тысяч есть. Мы можем купить вот этот вот мотоцикл. Но, ребята, деньги-то я коплю не на мотоцикл, конечно же. Возьмем гоночный грузовик, поехали. Поехали на гоночном грузовике. Да, наверное, мне, слушай, стоило бы взять двойные монеты, конечно. Потому что здесь грузовик, в принципе, тащит. Ладно, если разобьемся, то сделаем двойные монетки. О, смотри, на одном колесе еду.
О, давайте на одном колесе ехать. Оп, оп, оп. Нет, разбился. Офигеть.